На подготовленную ногтевую пластину наносим базу для гель-лака Наоми. Затем наносим специальный закрепитель для гель-лака Metallic. Гель-лак Наоми коллекции Metallic номер 8. После нанесения каждого слоя металлика сушим его на воздухе 5 минут. Покрываем вторым слоем. Ждем 5 минут. Покрываем цветное покрытие специальным закрепителем для гель-лака Metallic. Завершающим этапом будет обычный закрепитель для гель-лака Наоми. Снимаем дисперсионный слой.